Добрый день! Представляю вашему вниманию обзор на радиотелефон Panasonic KXTG6281 RUM специально для 7745 Byte. Комплектация данной модели — база плюс одна трубка. Также можно подключить до 6 трубочек. В этой модели есть автоматические определители номера, достаточно хороший Color ID, то есть определяется даже, это европейский стандарт, определяется даже мобильные телефоны, что очень удобно. 40 мелодий звонка, то есть очень интересные звоночки. Подсветочка кнопок, при снятии она, то есть трубка загорается, то есть удобно. Вот. Далее, если трубочку где-то потеряли, можно ее вполне легко найти, то есть нажатием вот этой кнопочки. Трубочка будет светиться и подавать звуковые сигналы, пока мы не нажмем какую-нибудь кнопочку. Также, если будет 6 трубочек, то на каждую трубочку можно сделать свой индивидуальный поиск. Далее, автоответчик на данной модели, то есть тоже достаточно удобный. Вот мы можем посмотреть на самой трубке, прослушать все сообщения, что тоже очень удобно. Удалить все сообщения, сделать приветствие, то есть записать свое приветствие какое-то. Вот. Включить, выключить также автоответчик. Далее, автоответчик тоже можно прослушать на самой базе, то есть что очень удобно. Сейчас сообщений как таковых нет. Включить, выключить автоответчик тоже можно либо с самой трубочки, находясь на расстоянии, скажем, от базы, либо, проходя мимо, можно просто нажать, и, в принципе, у нас автоответчик отключен. Четверг, 20:46. При включении он сообщает время и дату. Далее, громкость можно менять как на самой трубочке, тоже, опять же, удобно, так и на самой базе. То есть добавлять, убавлять, удалить. Нажмите сообщение. Нажмите кнопку еще раз, чтобы удалить все сообщения. То есть прослушиваем, что-то прослушали, можно удалить. То есть можно, опять же, все это с базы сделать, можно сделать самой трубочки. Далее, по функционалу телефон, конечно, очень интересный. То есть вот настройки дата времени. Есть такая... Так, значит, это звонки, какие у нас будут. Мелодии, время, имя трубки. То есть если 6 трубочек, значит все 6 трубочек могут быть определенного, то есть разного имени. Черный список, понятное дело. То есть кого мы вносим, тот к нам не дозванивается. Есть быстрый набор, то есть задается... клавишами там 1, 2, 3, 4, 5, то есть нажимаете клавишу 1, трубочка, и вы дозваниваетесь, то есть на тот номер, который внесен под данной клавишей. То есть достаточно удобно для деток, чтобы, ну и самим не запоминать, скажем, какие-то наиболее часто используемые номера. Далее. Быстрый набор, черный список мы сказали, эко-режим. Эко-режим. Есть у нас здесь кнопочка, то есть если выйти, можно нажать здесь. Для чего он нужен? Для того, чтобы уменьшался сам сигнал, радиосигнал, ну, как бы способствует лучшему здоровью и самочувствию, скажем так. Вот. Ну, функция годная, потому что в радиусе, скажем, ну, на радиус действия он практически ничем не влияет, ну, вот. Входящие вызова запоминают до 5 входящих, до 5 набранных номеров, то есть которые вы последние набирали. Вот. Ускоренный набор, то есть то, что я говорил. Режим радионяня. Радионяня как таковая используется с двумя трубками, то есть нужна еще одна трубочка. Одну трубочку ложите в помещении, которое вы хотите прослушивать, вторую трубочку забираете с собой. Как только в помещении начинается какой-то шум, то есть ребенок проснулся, заплакал, либо еще что-нибудь, на вторую трубочку подается звуковой сигнал и начинается прослушивание этого помещения. Достаточно удобно,
потому как, ну, исключают, скажем так, покупку еще и дополнительной радионяни. Вот. Потом, ответ можно делать либо, если трубочка лежит на базе, то есть трубочку вы сняли и, то есть, сразу можете разговаривать, либо трубка лежит, нажали на зелененькую клавишу и можете разговаривать. Так, входящие вызова, опять же, они определяются, если они внесены у вас в телефонную книгу, то выбивается имя внесенное и номер звонящего абонента. Если номер не внесен, значит выбивается просто номер звонящего. То есть достаточно интересный телефон по функционалу, по... Вот, еще нашел, значит, ночной режим. Ночной режим для чего нужен? Чтобы либо ночью, либо днем задается любое время суток, там промежуток времени, во время которого звуковой сигнал не поддается. То есть у вас будет тишина. То есть ребеночек спит, либо сами отдыхаете, и в это время телефон просто не звонит. Вот. Тоже достаточно удобная функция. Вот такой телефон. Доступ в телефонную книгу очень прост. То есть звонящие можно посмотреть. Вот. Далее, как я говорил, есть громкая связь, то есть можно нажатием этой кнопочки, то есть, ну, разговаривать просто, положив трубочку рядом и разговаривать. Достаточно тоже удобно. По батареям, значит, этот трубочка сама оснащается двумя аккумуляторными батарейками, пальчиками. Вот. Далее, база питается от сети, подключается к телефонной линии уже вот такими вот проводами. Все достаточно удобно, компактно. Выглядит он очень красиво, могу сказать. В режиме разговора держит до 15 часов заряд, в режиме ожидания до 170 часов. На мой взгляд, этого вполне достаточно. Телефон заряжаем примерно так, навскидку, один раз в неделю. То есть очень-очень удобно. Телефон очень красивый, классненький. Нам очень нравится. Всего хорошего. До свидания.